кончины Бориса Константиновича Бирюкова. Он был замечательным артистом, человеком, завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Глубоко скорбим вместе с вами. По поручению членов профсоюза «Рулевых цирка» Юрий Халявин. Знаешь, я уже тоже на таком подъеме еду. И в цирк захожу, я еще ж не знал. Плакал, да, все. А мои вообще ничего не знали. Я им говорю, там же только сначала, по-моему, все случилось, да? Да. Там, по-моему, начали суббота воскресенье, а мои были на это начало. И мама уехала. И уехали, наверное, на подъеме, да. Папа говорит, да вот же, как он начал, уже все вместе. Наша вот маленькая была своей бабушка и говорит, приехала в первый город, в первый класс, в Ташкент. И говорит, Борис, Стуар, дядь Костя их, все как того. Я говорю, понимаешь, какая ассоциация такая, что самые первые вообще мои впечатления, моя сотрудничество, что мы с ними были вот самого первого момента, когда я переступила порог. Уважаемые друзья, присутствующие, уважаемые родственники, я очень сильно волнуюсь сейчас, потому что для меня это большая потеря. Я являюсь учеником Бориса Константиновича, дрессировщика львов, сам дрессировщик львов. К сожалению, что не преемник его аттракциона, но так уж получилось. В 2004 году я, когда понимать начал, что я не смогу справиться с африканскими львами, мне подсказали, что есть народный артист, сейчас он директор Воронежского цирка, и к нему можно обратиться за помощью. В то время не было никаких средств интернета, были только одни видеокассеты, по которым можно было научиться какому-то трюку, либо посмотреть в принципе, что это такое. Я позвонил к нему, очень сильно волновался, боялся, думал, что меня также отвергнут, но этот человек выслушал меня до конца интеллигентно, сказав: «Хорошо, что у тебя? Кто у тебя?» Я сказал, что на тот момент у меня были львицы, были львы. Он сказал: «Никогда, никогда лев не разделит с тобой ни одну львицу. Он будет их постоянно защищать». С того звонка, с того времени мы начали с ним плотно общаться, а позже даже дружить. Каждый мой звонок, каждый мой приезд к нему, он начинался и заканчивался с того: «А как у тебя работают львы? А что ты делаешь? А как ты к ним подходишь? А как ты их кормишь?» Мне было очень сильно приятно, что для меня, для нединастийного артиста, человек открыл свою душу и просто стал помогать. Он говорил все секреты, которые сегодня невозможно просто заполучить просто так. Он рассказал мне все. Мне было очень приятно, я всячески хотел его благодарить, всячески, когда мог, звонил ему, приезжал в гости. Последний мой приезд в сентябре месяце, мы, находясь 300 километров от Воронежа, заехали в гости, сели за стол, как обычно, поели баранины любимого мяса. Поговорив по душам, обсудив цирк, обсудив, естественно, львов, мы начали продолжать разговор о голубях. Оказалось так, что и он любил голубей, и я любил голубей. И еще на этой почве у нас больше стало интересов. Мы попрощались с ним и надеялись, что еще раз встретимся. Было очень больно узнать с утра о том, что его больше нет.
Некому будет позвонить и рассказать про свои успехи, некому будет похвастаться ни перед кем, сколько теперь у меня хищников в клетке, как они работают. Этот человек для меня был настоящим мэтром, настоящим кумиром, за которым хотелось повторять и повторять. Я действительно за ним повторил. Я все трюки, которые сегодня здесь показывают на экране, я все их повторил. Где-то усовершенствовал, но я их все повторил. Даже тот реквизит, который у него был, сегодня он ровно в такой же конфигурации и у меня. Мне искренне будет не хватать его. Не хватать легенды. Легенды мирового цирка. Спасибо тебе за все. Спасибо, дорогой учитель. Очень жаль. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Прощай.